Всем привет из Португалии. У нас сегодня прохладненько, где-то градусов 20. Такой на дождик собирается. Пришла платить ЖЭК. Все вымершее. Вообще, как будто, я не знаю, фильм ужасов, никого нету. Я в каких-то катакомбах. Блин, где здесь выход? Дурдом, короче. Столько тут лестницы. Ужас. Не работает до часа. Я заплатила сразу за 5 месяцев. У меня был долг. Сюда Юля заплатила. Кошмар, короче. Никого нет. Но я. ЖЭК. Здесь здание не только ЖЭК. Здесь и другие конторы. Тут он куча их всяких. Так, сейчас я открою. Дурдом. Маски. Дышать нечем. На улице хорошо. Здесь такая индустриальный район такой. Эти. Не только ЖЭК. Здесь еще какие-то конторы есть. Вот, сейчас я иду домой уже. Я уже второй раз сюда прихожу. Первый раз пришла после обеда. Позвонила. Была дверь закрыта. Они мне говорят, мы работаем только до часа сейчас. Здесь какая-то французская контора, склад какой-то. Это все склады здесь. Все склады. Вот. Сейчас были праздники 2 дня. Все закрыто было. Так, я сниму маску, потому что дышать нечем. Фух. Ой. Я не знаю, как они ходят в этих масках. Когда идешь до дома, это задохнешься просто. А вот. Вот такая здесь природа. Сегодня хорошо вообще, замечательно. Погода супер. И не жарко, и не холодно. Вот. Сколько градусов, не знаю. 22, наверное, или 23, может быть. Ну, хорошо. Я иду. Я иду так, с коротким рукавом. Нормально. Мне хорошо. Здесь тоже какая-то контора. Вот такие более новые дома здесь. Так, мне надо перейти дорогу по пешеходному переходу. Такой горб. Ой, там такие красивые цветочки дальше есть. Я фотки поделала, когда сюда шла. Там есть китайский дальше. И дальше склады всякие разные. А вон написано гиперповая. Вроде он открыт, китайский магазин. Вот ресторан какой-то итальянский, похоже, закрыт. Дверь закрыта, не знаю, может, он вечером работает. А здесь что-то продается, вот. Или кафе, или что здесь. Вот. Сейчас я посмотрю, как с той стороны. Вот тут такая терраса в этом подъезде. Вот она терраса. И посмотреть, что здесь видно. С этой стороны вид какой. Ну, так красиво тут. Угу. Там аптека. Это школа, наверное, я так думаю. Школа начальная, наверное. А может, ну я думаю, что да. Он так симпатично здесь. На террасе. Кто здесь живет, можно выйти на террасу. Покататься на роликах, если дети есть. Или в мяч погонять. Это что? Это этот развернуться не может.
дети онлайн уроки имеют. Что-то случилось. Что-то там случилось. Или он выехать не может, там ему застопорили. Или что. Бывает, это как встанут машинами, а человек потом проехал. А, кто-то, да, кто-то, видно, машину поставил, и тут бежит. А тот не может проехать и сигналит. Ну, тут такое часто бывает. Кафешка открыта вот. Здесь столики стоят на улице. Сейчас везде улитки продаются. Надо будет еще сходить, раз на улиточки. Такой вот, тоже терраска тут. Обожаю улиток. Так, аптека. Ну-ка, показывает здесь это, сколько градусов. Обычно здесь очередь возле аптеки. Нельзя заходить. А 18 градусов написано. Не знаю. Люди стоят возле аптеки. Именно по одному человеку запускают. Такая хорошая аптека. Там, сколько я не была, всегда все есть. Ну, здесь такой более новый район, более новые дома. Я не знаю, 2000 какого-то года, наверное. Вот этим уже 2005 года, 2001, думаю так. Не уверена, но знаю, что 2000 какого-то года эти дома. Более новый район здесь наверху. А я живу туда ниже. Там у нас более старый район, более старые дома. 91 года, 92, вот так, до 2000 внизу. Ну, так как тут постоянно делаются ремонты, красятся дома, ЖЭКи, если все нормально, люди платят ЖЭК, то здесь постоянно все ремонтируют, красят, в подъезде убираются у нас каждый день. У нас каждый день убирают подъезд. Какой-то китайский или что такое. А нет, это как она, маникюры, педикюры, массажи, скорее всего, закрыто. Вот. Если же платишь, тут тоже вот ресторан. И здесь жарят это на барбекю. А, есть эти улитки написано. Есть улитки. Ой, запахи обалденные вообще. Ой, как пахнет. Таким это, на гриле жареным. Так, надо идти домой. Как раз время уже обед подходит. Сейчас у детей школа заканчивается онлайн. Сейчас буду всех кормить. И себя, и всех остальных членов моей семьи. Тут высадили такие вот эти. Мне так нравятся, как они называются, интересно. Симпатичные такие, как розочки растут. Тут тоже симпатичные такие вот цветочки. Это розочки, наверное. Это какая-то контора, я не знаю, что это за контора. А, это страховая. Ой, это похоронная, господи, не дай бог. Ой, надо быстрее идти. Вот такое дело. Лучше мимо идти. И побыстрее. Вот. Вот так красивенько, так чистенько. Природа такая симпатичная. Убирается, стоит. Кафешка, ресторан. Подметает работница. Здесь газ привезли в баллонах. Здесь не везде при такой газ по трубам. Есть у людей, что покупают баллоны. Такие газовые баллоны покупают. Потом подключают плиту. Так, я нарушаю. Так, я нарушаю. Это кому? А это не мне, это тот нарушил, выскочил, не пропустил. Это мне. Это не мне.
Не только я нарушаю. Я уже подхожу к дому. Вот так вдалеке виднеется речка Теж. Это что за птичка так кричит? Так, это я уже подхожу в свой двор. Вон вывеска, как всегда. Табличка висит. Это моя просета, мой двор. Вот так называется. Не, не буду показывать. Еще кто-то в гости придет. Да я шучу. Приходите. Кто рядом живет, приходите. Так, это мой двор. Я уже пришла. Ой, там розочки какие-то растут. Сейчас я сниму. Распустились. Вот этот красивый такой яркий красный цветок вообще. Сейчас его приближу. Красивый. Это зубная поликлиника. Там вот в том, за этим кустом прачечная. Можно приносить, стирать. Одеяла большие. Тут то, что не влазит в машинку. Ну, короче, все рядом здесь у меня. Собаки гуляют, бегают. Сейчас хочу розочки заснять. Боже, выскочили на волю. Ага, вот такой вот. Сейчас, вот они, розочки. Такой розовый куст растет. То есть, если бы у нас, так уже, наверное, вырвали их всех, эти розы. Ой, как пахнут, бухты мои. А запах? Ой, запах. Там распускается бутончик. Красивый. Это кто-то ухаживает, наверное. Ой. Здесь у нас все постригали, кусты стригли. Деревья, которые разрослись, тоже пообстригали. Вот тут большое, большое то дерево. Эвкалиптовая. Там вообще отрезали очень много веток. Там я иногда стою, дышу прям эвкалиптом натуральным. Стоишь под деревом. Такой прямо ингаляция натуральная эвкалиптовая получается. Так, это уже мой двор. Я пришла. Сейчас будем обедать. Это такое тоже интересное дерево. Что это вообще такое? Вот интересное название. Я же название не знаю даже. Растет? А что растет? Я даже не знаю. Интересное такое. Как оно называется? Бог его знает. Эту пальму тоже на нас подстригали. Она была маленькая. Выросла конкретно. Это у нас центр психологический. Тут много чего. И... я не знаю, как она по-русски называется. Психотерапия, знаю, сексология, развитие там ребенка проверяют. Терапия Дефала, это вот речь, как она по-русски, вот, когда у ребенка проблемы с речью. Музыкотерапия. Но остальное по-русски не знаю, как сказать. В общем, тут это, психологи работают. Вот здесь и здесь. Здесь у них как два здания расширились. Сначала были здесь, а потом еще и тут открылись. Видно, народу много. Здесь у нас пивозоны. А там дальше у нас кафешка и по-португальски шпланада. На улице столы выставляют вот там. И можно сидеть на улице за столиком. И тоже есть улитки. Тоже вкусные мы ходили в том году. Все, всем пока-пока. Я уже пришла. С Жеком разобралась, слава богу. Все заплатила. Аж от сердца отлегло. Не люблю быть должной. А вот. Не забывайте ставить лайки. И подписывайтесь на канал. Пока.